Всем привет! С вами канал Art Money. У Димы сегодня букманг. У него, смотрите, вот такая вот яишенка с зеленушкой, кабачком, помидоркой и, конечно же, яичком. Да, малыш? Вот он наш с вами букманг. Димочка как кушает. Как он вкусно кушает, да? Ух ты, да как он ест. Ой, как вкусно, да, зайка? Да. Тебе нравится? Нравится. Яишенка сегодня у тебя на завтрак, да, Дима? Да. Сегодня завтрак необыкновенный у нас, да? Да, зайка? Да. А сколько у нас Диме лет? Диме у нас 3 года, и уже будет через несколько дней 7 месяцев. 3,5, ну чуть побольше. 3, 7 месяцев. Дима уже такой стал взрослый, да, малыш? Да. Аккуратно. Пожалуйста. Вилку не отпусти. Ай, вот смотри, наткни вилкой своей. Ты рукой помогай. Вот. А это вилку держи. Как он кушает. Прям аппетитно. Я надеюсь, что у вас аппетит появится. Как он кушает. Самый настоящий момент. Как ест ребенок. Потому что взрослый все-таки кушает по-другому. Более старается красиво кушать, то ребенок натурально кушает. Да, малыш? Да. В комментарии пишу. Ну что, баклажанчик, ой, господи, кабачок вкусный? Вкусный кабачок. Ты сколей? Там есть, но она тепленькая. Горячая, я думаю, она не должна быть. Ну как? Вкусно. Не горячая? Вкусные. 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 Убежала. Не порядок только. Будешь сегодня музыку включать? Угу. Да, будем. А потом у нас будут танцы, когда ты докушаешь. Сейчас ты даешь сначала яишенку, да? А потом грушу. Грушу давно тебя ждет. Да? Она уже плачет. Она тебя с самой пятницы ждет, а сегодня понедельник. Ну что, сегодня танцы сердце? Ну, будем смотреть. А, смотреть? Нет, танцевать потом мы будем с тобой. Танцы сердце. А потом смотреть будем попозже. Нет, не попозже. Ну ты поешь сначала. Фу, я кился. Да. Где-то чуть-чуть. Я так много греет глаз. Ну ладно, ты положил чуть-чуть совсем. Че?
Много бардюк. Тоже много бардюк. Ну и старала бы тебя. Клала зеленушки. Чтобы Димочке досталось много зеленушки. Она же полезная. Полезная. Конечно. Тем более сейчас зима у нас. Зима. Да, ролик неизвестно, когда выйдет. Там еще таких букмангов полно еще лежит. Мама не успевает монтировать. Рисовать букмангу. У нас сейчас, знаете, у нас начало февраля. 6 было, 8 было, наверное, 9 сегодня февраля. Сегодня дача поедет. Быстрее заснёт. Кушай, кушай. Ну, жуй там параллельно, что-то камера-то снимает же. Зеленушка какая вкусная. Зимой особенно, да? Да, и вкусная зеленушка. Зимой. Летнюю сдачу зеленушечку покушать, прям обалденно. Да. Не представляю тех, у кого нету дачи, где вы берете кучу зеленушек. Ну, бабушке покупаете, скорее всего. Да. Это так выгоднее. Либо у знакомых такой попросить лук. Яичко! Знаешь, как мы без дачи будем жить? Без дачи какой? Кстати, если честно, на ней уже особо ничего не растет. Такая уже земля стала старая. Единственное, это груши, яблоки. Как вот лук. Огурцы уже не растут, кстати. Медведи. Сколько мы их там не удавливали. Медведи. То есть. Медведи, на. Медведи. Желток одеваю. Тебе нравится желток? Вася. Как и кока. А, кака. Ой, кака кока. Ой, кака кока. Ой, кака кука кука кака кука кака. Видите, скажи, лайки, лайки, ставьте лайки, мне лайки. Лайки, 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 скажи. Подписывайтесь на наш канал. Канал подписывайтесь. Пишите комментарии мне, я лично буду читать их. Скажи, пишите комментарии. Читай. Я буду лично их читать. Димочка уже учится читать, он все знает буквы, многие слоги, чуть-чуть начинает читать, да? Хотя, скажи, мне всего 3 года и 7 месяцев будет вот-вот прям, вот тю-тю-тю-тю прям.
Несколько там с недельку, наверное, осталось, да, Димочка? Просто был маленький, то совсем буквы знал. Да ты с 2 лет у меня уже буквы знаешь. Даже раньше, мне кажется. Дима алфавит выучил очень быстро. По-моему, за неделю, наверное. 3-4 я с ним позанималась, он полностью знает. Лёля. Да? Мой. Да? Зайка. Да, все зайка. Скажи всем пока-пока, лайков жду и комментариев. С вами пока-пока. С вами был канал Артмания. Все к нам было узнали.